И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димал Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение, если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Это какое-то корыто на четырех колесах, ну давай, так, спускай, это, показывай. Короче, музыкальная машинка. Музыкальная машина. Да, она, блин, выглядит, кстати, шикарно вообще. Так, давай включаем. О! Димон, поехали! Я упал! Димон, со стороны классно смотрится. Прям музыка так прикольнее. Вот это ты дрифтуна на ней даешь. Вообще куча всего напихано. Напихали, блин, в нее вообще. У меня Ваня будет сидеть. Рыбу зачем-то дохлую с рафта накинули. Смотри. Калинка-малинка, что ли? Блин, ребята, ставьте лайк, прикольно. Ну да, это калинка-малинка. Неплохо наваливает. А это что? Давай посмотрим, как со стороны она выглядит вообще внутри. Все, Димас, я тут подкручу, и только не трогайте. Ничего быстрее стало. Чуть не меняется. О, так ты смотри, какой ты сделал. Прикольный амбиент какой-то. Так ты прям хоррор запилил. Ну такое себе. С привкусом такого вот калинки-малинки. Прикольно. Ого, тут сколько всего. Нажимай, Димон. А, тут на раз задаешь, а потом включаешь. Она воспроизводит. Где кнопка воспроизводит? Вот. Нет, это двери. А тут непонятно, если честно. Блин, крутая постройка. Мне нравится. Только как она звучит. Подожди, может кнопка снаружи? Не-не-не, вот тут еще есть. Ого, здесь сколько всего. Иди сюда. Там, короче, иду. Есть... Что посмотреть? Не знаю, я все понажимал. Ой-ой-ой, сколько тут всего. Не работает? Напихано, вон, смотри. Ого! Ничего себе, чувак намудрил. Жесть. Как нам только это все сделать, чтобы работало оно? А, это фальшивка, кнопки-то не настоящие. А ты думал, что мы не можем включить ничего? Что это за кабак у него? Тачка, это моя любимая тачка теперь. Не, не любимая. Димон, я думал, ты лучше водишь. Плохая. А, о, на этой машине можно на двух колесах ездить, Димон, смотри. Профессионал своего дела. О, хочешь я движок сейчас? А чё я не еду? Я не с руля сижу, да? Да не, Димон, да я поеду. Это пупк сел. Пупшак. Так, сейчас я переверну. Нет, пацаны, вы не умеете водить. Так, подожди, что эта машина может? Давай, Димас. О, там дракон что-то зашевелился. Я, короче, мы махаем крыльями, сейчас, пацаны, будем лететь. Хвостом машем. Все. Крыльями летим. Так. Маши крыльями, давай, дракон. Давай. Да не хвостом, крыльями, во. Маши. Это самолет. Блин. Мужики, не. Не. А не, смотри, я могу назад перевернуться. Уродская какая-то штука. Да, такое себе удовольствие. Давай, Дима, взорвем хоть одну постройку. Тут ты сейчас удалишь опять. А удовольствие получить. Да. Мы же давно не взрывали ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давно не взрывали, говорит, ничего. Где эти бомбы? Вот они. Вот бомба. Бум. Крепкая машина оказалась. Она еще шевелится. Ах ты машина. Главное, движок повредить, да? Ой. Да. Ой. О. От нее ничего не... Все сгорело. Давай, Дима, ставлю робота. Подожди, дай я бомбу взорву, не ставь. Чего? Блин, ты его робота сама. Так я не знал, что одна бомба может уничтожить всего робота.
Ого, какой он кабан здоровый. Это Димас-робот из «Ну погоди», тут этот заяц, короче. Заяц? А, точно! Видишь, да? Очень адекватный. Так, как нам его улучшить? А он сам едет или кто-то управляет им? Не, сам едет. А у него датчики стабилизации есть, видишь внизу, Димон? Да. Они его всегда выравнивают. Давай проверим опять, одна бомба взорвет всего зайца или нет? Да, взорвет. Да не в жопу целую. О, давай так наставим, чтобы он не смог ехать, не? Погнали. Я хочу стрелять, как стрелять. Чё-то не стреляется, Димон. Оно не стреляет, да. А, это обманка, типа. Ну, типа, просто пушкой поворачиваешь и все. Хорошо. Обманку опять, да? Все, получайте. Во, пушка, но... Это у нас... Ой-ой-ой, крутой коллаж был. Был, да. Давай еще раз. Я уже подорвал. Калашик этот. А как этот скин называется? Вулкан. АК-47 Вулкан. Ну, если ребята, я думаю, лучше знают, поправьте. Надо на дуло поставить бомбу. Типа он стреляет. Да, поправьте меня, если это не так. А ну, Димон, подожди, сейчас попробую на дуло бомбу прилепить. Если хватит. Давай. Подъемника. Сейчас, сейчас, сейчас. Не-не-не, хватит, я думаю. Хватит, да? Да-да-да. Не хватило, да? Не, не хватает. Ладно, просто сейчас бомбу взрываю я в него. Одну, Димон. Да-да-да, одну, только одна бомба. Смотрите, одна бомба. Ну-ка. О, бензиновый. О, так подожди, это челик типа с Майнкрафта сидит с пулеметами в руках. Ну-ну-ну, давай, Димон, ты сможешь. Давай. Не-не-не, надо, короче, убрать бензин. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы что? О, два на эти крутящиеся штуки бомбы прилеплю. Так, сейчас Димас будет. Так. Что-то не получается у меня. Давай я поставлю, стой, сиди. Я не могу встать. Да-да-да, давай. А ну, Димон, стой, я поставлю бомбу. Будет она крутиться быстро или нет? Попробуй. Крутится, давай еще одну. Бомба крутится. Стой. Давай. Вот, две бомбы, Димон, крутится. Только я не хочу. Ты можешь теперь сверлить бомбами что-то, но это, конечно, очень... А кто взорвал? Это я просверлил бомбой. Понял. Так получилось, да. Все сгорает. Так, Димас, а это, кстати, это зомби. Нет, это гигант из Clash Royale. Я знал. Ну и с Clash of Clans тоже такая. А чё у него тут эти дают кнопки? Подожди, он может ездить. Супермен, наверное. Не может. Так, а как он парит вообще? Что это такое? О, у него тут на спине что-то. Ой, я тут что-то нажал, и он перевернулся. Так, Димас, смотри. О, тачка моей мечты, 1 000 000 пулеметов. Это снегозагребатель X2000. Это, походу, самая лучшая пушка, которую я когда-либо видел. Так, это я не за рулем. Вот, это можно вверх. Зайти сюда, вниз спускайся, Димас, иди вниз. Сейчас иду. Вот, вниз спустись, на землю. Все, Димон, я за руль сел. Давай я к тебе, давай, подожди, только не, пока не уезжай от меня. О, я сзади открыл калитку, Димон. О, можно тут тоже открывать калитку. И здесь открылась. И здесь, а здесь я открыл. Это свет. Смотри, у меня пулемет какой. Вот это бомбиссимо тачка. Это, походу, тачка убивалка какая-то. Ого! В чем смысл? Она не едет почему-то. Ой, типа стреляй. А я не за рулем. Подожди, а где тут с руль? С руль? Может, вверху там? Прикольно. Не, внизу. Вот это, а, я на ней вот колеса крутятся, но она не едет. А почему? Она в воздухе зависла почему-то. Куда она на подставке стоит? Не-не-не. А ну переставь ее, Димон. Это что-то с колесами. Ну, она земли не касается. Я думаю, что она не едет?
Может, сейчас поедет? Вот не, все равно. Короче, постройка классная, но не до конца. Давай. Ого, она крепкая, Димон. Я думаю, у меня сначала залагало. Думаю, почему она вся-то не взорвалась? Думаю, что такое? А она вот это взорвет ее? Оказывается, так и должно быть. О, да. Ну это да. Нет. Ого. Сейчас я заживаю. Давай проверим, ты с большой бомбой взлетишь. Ребята, вот это вы Димона подписали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.